Добрый вечер. Добрый вечер. Я Энесса Николаева. Я Юрий Колпаков. Это новости. Теперь мы рассмотрим новости на сегодня. РТА-1 ребрендинг с новым взглядом. Новый облик тематический аутлук. Напряжение между УАЭ и недавно созданным ВПМ-МП нарастает. Противостояние произошло. РТФ празднует свое рождение еще в 1941 году. Сегодня исполняется 270 лет со дня образования ОСТ. Добрый вечер. РТА-1 переименован сегодня, чтобы совпасть с 270-летием образования ОСТ, или Всесоюзного государственного телевидения. Хотя он был расформирован два года спустя и заменен на РТВЦ-Y, 4 февраля 1941 года в Екатерине состоялась первая телевизионная передача,